Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам интересные факты об абиссинских кошках. Активная и любопытная абиссинская кошка привлекает внимание не только своей необычной внешностью, веселым нравом. Представители породы имеют ряд интересных особенностей, которые делают их по-настоящему уникальными животными. Итак, представляем вам 6 занимательных фактов об абиссинской кошке. Свое название абиссинская кошка получила в честь Эфиопии. Раньше эту страну называли Абиссинией. Именно там жила дикая африканская кошка, которую часть ученых считает предком абиссинской. В свою очередь, другая часть ученых утверждает, что предки абиссинской кошки жили в Египте. Ведь именно там были найдены мумии кошек, которые очень похожи на современных абиссинцев. Шерсть абиссинской кошки уникальна. По структуре она напоминает шерсть кроликов. Каждый волосок имеет 3-4 полоски, но при этом сама кошачья шубка остается однотонной. Такой окрас называется тикинг. Стандартом породы признаны 4 основных окраса абиссинцев – голубой, сорель, фавн и дикий. Согласно статистике, самцы абиссинских кошек рождаются чаще, чем самки. Даже было подсчитано, что на одну кошку данной породы приходится 3-4 кота. Почему так происходит, ученые еще не выяснили. Одна из главных особенностей абиссинской кошки – ее нескончаемая энергия. Представители породы обожают активные развлечения. Они без устали могут часами бегать и прыгать. Именно поэтому специалисты не рекомендуют оставлять абиссинских кошек одних на долгое время и советуют регулярно играть и гулять с питомцами. Абиссинские кошки – это кошки-собаки. Они выбирают себе любимого хозяина и считают за радость сопровождать его во всех домашних делах. Плюс представители породы отлично поддаются дрессировке. Со многими командами и трюками они справляются не хуже лающих. В последние годы наблюдается существенное различие между абиссинскими кошками из европейских и американских питомников, несмотря на то, что они имеют одинаковые стандарты. Американские абиссинцы крупнее и менее пропорциональны, чем европейские представители породы. Таковы интересные факты об абиссинской кошке, одной из самых древних пород мяукающих в мире. О других занимательных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!